Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такую поделку. Для этого нам понадобятся салфетки, ножницы и степлер. Салфетку нам нужно разрезать на 4 части. Я сейчас покажу. Берем салфетку и разрезаем, чтобы у нас получились маленькие квадраты. Остальные салфетки я уже приготовила. Берем разрезанную салфетку и складываем ее гармошкой. Так, теперь берем степлер и на середине соединяем степлером. Соединили. Теперь нужно нам обрезать концы салфетки, закруглить их. С одной стороны и с другой стороны. Закруглили. Теперь нам нужно каждый слой салфетки отделить друг от друга и приподнять, чтобы у нас получился объемный красивый цветок. Поднимаем слои салфетки. С одной стороны, а потом с другой. Так, с одной стороны подняли, теперь с другой стороны. Разделяем. Так, разъединили. Теперь распрямляем лепесточки. Вот. Вот такая красивая поделка у нас получилась. А сейчас, ребята, пора прощаться с вами. Я буду ждать вас на следующем занятии. Пока-пока!